Более 1000 региональных площадок сегодня открыли свои двери для всех желающих написать всероссийский экономический диктант. В списке заданий 20 вопросов. Итоги диктанта по задумке организаторов помогут определить общий уровень экономической грамотности населения. В аудитории около 30 человек. Здесь не только студенты вуза, есть и школьники, и люди, что называется, с улицы. Каждый заполнил анкету на решение тестовых заданий. Дали один час. Важность этого даже глупо нельзя недооценить. Это определяет как материальный достаток, так и вообще поведение в жизни, как себя чувствуешь. На общероссийском уровне это позволит оценить, насколько население умеет распоряжаться своими деньгами, доходами, планировать свое будущее. Кстати, узнать заранее тестовые вопросы никто из участников не мог. Они стали доступны за несколько минут до начала экзамена. Например, необходимо было ответить, в каком диапазоне находится среднемесячная заработная плата жителей России, или определить, как влияет увеличение притока иностранных туристов на национальный валютный рынок. Школьного уровня, то есть это все понятно. Легкие очень вопросы. Написать экономический диктант можно было и в онлайн-версии на сайте акции. Школьники и студенты, которые наберут более 80 баллов, пройдут в финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Результаты экзамена опубликуют в ближайшее время. Участники получат сертификаты акции. Эти документы останутся лишь на память. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.